Ну и прямо сейчас переместимся в Екатеринбург, где один из участников громкой перестрелки, Алексей Дутов, решил сдаться полиции. Прямо сейчас он находится в адвокатской конторе и отвечает на вопросы журналистов. У нас есть сейчас прекрасная возможность показать все это в прямом эфире. Давайте смотреть вместе. Ну, мутные цыгане, понимаете, как бы, тут мы сказали, как бы, ну, на тот момент, как бы, мама и папа, это, Алисы, они, как бы, это не приветствовали. Алиса тогда съехала с квартиры на съем. И получается, ну, такая, как бы, ситуация, как она произошла. Они одновременно просто подъехали в тот дом, получается, Саша с Мариной, как бы, пошли с Алисой поговорить, узнать, как там дела. И заходят цыгане, ну, там их что-то, там, человек 5-6. И была такая, как бы, фраза, Дима говорил, ну, пойдемте к моей проституточке. Ну, как бы, на тот момент Саня, как бы, в это не придал этому значения, но они их, как бы, пропустили вперед. И он на домофон, как бы, нажал, ну, нажимает номер квартиры, где Алиса. И они шли одновременно, реально, как бы, в одну и ту же квартиру. Ну, слова, как бы, отца, ну, понимаете, как бы, да, там, пойдете к моей проституточке, идут там человек 5-6. Там вот, как бы, конфликт у них там произошел, потому что они там в эту квартиру зашли. И когда уже они на улице оказались, там даже Марину, как бы, там, не знаю, там биты или арматуры, как бы, ну, мать били. Вот, потом мелкий подошел, и я подъехал уже, как бы, поздно. Ну, как поздно, насколько мелкий я... это Александр. Это, да, сын это, моего брата. Вот, я подъехал, как бы, попозже, потому что уже там были это, ППСники уже, ну, это милиция, как бы, приехала. И вот, конечно, они уже, как бы, скрылись. И на тот момент, как бы, мы хотели, как бы, на следующий день, ну, вроде, как бы, эту ситуацию, как бы, прояснить. И Дима, как бы, с Алисой подъехал раньше времени, да, и они сами, как бы, полюбовно, скажем так, этот, как бы, разговор, как бы, это, урегулировали. Ну и представьте себе, как бы, такую ситуацию, как бы, и когда мы его визуально, как бы, увидели, ну вот, может быть, Олег, как бы, и спылил, как бы, на этой почве. Все. Ну, Олег-то вам сам что рассказал потом? Из-за чего произошел конфликт? Ну, послал человека, да и все. Тот обиделся, как бы, там, бегал, там, истерил, там, все, там, ну, готовься, все. Но я потом подошел, как бы, Саня, как бы, хотел их, как бы, оставить, ну, на день рождения. Я подошел, как бы, и сказал, я говорю, Алиса, Дима, я говорю, ну, и это, брату говорил, я говорю, давайте, пускай лучше они уедут. Все, они уехали. А когда Алиса начала встречаться с Дмитрием, ее отец выяснял, чем он занимается? Пробивали? Как-то? Ну, как, мы не то, что, как бы, пробивали, как бы, понятно, что у цыган там все непонятно, да, как бы, ну, живет, решил, как бы, это, жить цыганом, ну, живи, и все.